Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня тема лекции Лерока следующая. Слюни текут без контроля. Вот человек не может контролировать, и у него слюна прям вырывается со рта и начинает течь по лицу. Или человек, допустим, ложится подремать, поспать в течение дня, просыпается, а подушка вся в слюнах. То есть контроля нету, скажем так, человеческого организма над слюной, и она вытекает. И, конечно же, этот человек оставит неловкое положение. Что с этим делать? Необходимо, прежде всего, обратить внимание не только на свой желудок, но и на те меридианы, которые проходят по лицевой части и контролируют слюноотделение согласно восточной медицине. Но точка Е39 может помочь вам возобновить контроль над появлением слюны, над качеством слюны и сколько слюны нужно человеческому организму. Как бы ни странно это звучало. Единственное, здесь необходимо работать с данной точкой. Научиться ее находить. Она находится в очень простом, удобном массажном месте. Вот. Всего лишь навсего нужно опустить руки ниже колен, найти эту точку и массажировать ее, стимулировать ее, задавать ей ритм. И что? Слюны, слюноотделение, слюнопоявление станет в свой ритм. Будет контролироваться матушка природы. Только что нужно делать? Работать с данной точкой, не лениться. Спасибо за внимание.